Асфальтовое покрытие в три слоя, дорожная разметка из термопластика, новый бордюрный камень и огороженная пешеходная зона. Это лишь часть того, что удалось сделать на улице Земица меньше, чем за год. Комплексный ремонт здесь охватил участок в 37 тысяч квадратных метров. При выполнении работ по ремонту объекта велся надзор за применяемыми материалами и за качеством выполняемых работ. Нареканий к подрядчику, части материалов и качества работ нет. Общая сумма муниципального контракта по комплексному благоустройству участка составила 91 миллион рублей. Это средства городского и областного бюджетов. На них благоустроили газоны, отремонтировали и тротуары, позаботились и о слабовидящих гражданах. Пешеходная зона перед проезжей частью выложена тактильной плиткой. Ремонта с нетерпением ждали как пешеходы, так и автомобилисты. Я еще раз хочу выразить благодарность главе города Олегу Борисовичу Фурсову и губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, что действительно обратили внимание на безымянку, на промышленные зоны. И у нас достаточно хороший получился объект. Данная магистраль у нас обслуживает крупные промышленные предприятия, и «Прогресс», и «Виакор», и дальше до «Береговой кислородный завод». Вот, соответственно, небольшой жилой массив присутствует на Земице. Поэтому то качество выполненных работ, которые сегодня мы посмотрели и убедились, оно соответствует комплексному ремонту. Подрядчику все же предстоит сделать небольшую работу над ошибками. Присутствуют незначительные недостатки, которые будут устранены в кратчайшие сроки. Все работы, которые проводились подрядчиками на этом объекте, очень внимательно контролировались общественностью, и депутатами, и общественным советом микрорайона, и другими, и председателями ТОС. В общем-то, на протяжении всей работы тесно контактировали, делали свои замечания, высказывали пожелания. Вскоре участок передадут на содержание МП благоустройства, которое в дальнейшем будет следить за чистотой и порядком. А за проделанный ремонт в течение 5 гарантийных лет будут отвечать подрядчики. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.